Всем привет! Хотела сегодня с вами затронуть тему «Обратная сторона блогерства». Напишите про свой опыт съемки видео, напишите о том, как часто пишут вам хейтеры, что они вам пишут, и, в принципе, как быстро вы научились реагировать на критику, как-то адекватно или пропускать ее мимо ушей и все остальное. Также, кстати, есть фильм, называется «Дизлайк», и вот там как раз очень хорошо преподнесена обратная сторона блогерства. Ну, посмотрите, если вам будет интересно. Ну, это самый худший вариант, скажем так, блогерства. А в принципе, вас могут начать узнавать люди на улицах. Вот, например, пошли в кафе, сидите, кушаете, и тут кто-то там за соседним столиком начинает хихикать, как-то на вас коситься, что-то говорить, что вам это слышно и все остальное. На самом деле это не очень приятно. Вот. Либо кто-то вас узнает на улице, ну ладно, ладно, это хорошо, это приятно. Кто-то подойдет с вами, сфоткается. Это один момент. Опять же, если там те люди окажутся в вашем городе, в котором вы живете, тоже, да, вы будете немножко стесняться, или кто-то узнает на работе, где вы работаете, да, что вы занимаетесь блогерством, начнут над вами смеяться тоже, да, обсуждать это все. Ну, тоже такие все моменты на самом деле. Ну да, это популярность какой-то стороны, а с какой-то стороны, ну, такие, в общем-то, моменты. С одной стороны, это ваша какая-то личная жизнь, да, и блогерство — это какая-то другая сторона вашей жизни на самом деле. И готовы ли вы смешивать это все, напишите в комментариях, напишите, что вам пишут хейтеры. Мне они тоже пишут. Сначала было не очень приятно, потом я поняла, что, в общем-то, ничего такого, потому что каждый человек имеет право на свою личную точку зрения. И если она не сходится с вашей, ничего страшного. Все нормально. Самое главное, что вы сами о себе все знаете, и все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх под видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!